Привет всем, кто смотрит это видео. Это Юлия из Висмара. Как вы, может быть, уже знаете из наших предыдущих видео, мы прожили 3 месяца в Красном Кресте. Там есть такой Flüchtlingsunterkunft для обездоленных, приют. Вот еще до Рождества мы были с нашей Бетруэрин в Wohnungsgenossenschaft. И нам нашли квартиру. Мы посмотрели 3 квартиры, нам больше понравилась вот эта, которую вы сейчас видите. Вот. Но в ней предстоял ремонт. Когда мы в нее пришли первый раз, все стены были ободраны. В общем, предстоял большой ремонт капитальный. И нам пришлось ждать долго, до середины февраля. Вот. Ну вот и наконец мы въехали в нашу новую квартиру. Эта кухня уже была встроена от Wohnungsgenossenschaft нашего. Вот. Была духовка, вытяжка, плита, раковина, посудомоечная машина. Это все уже было. Но больше ничего. Голые стены, провода из потолка для люстр. Вот. Ну, добрых людей на свете много, и на нашу радость нашлись нам помощники, которые повесили люстры, помогли собрать мебель, вот, помогли устроиться вообще в квартире. Когда уже все в квартире было сделано, тогда мы принесли нашего котика. Дальше тут в видео он будет много себя демонстрировать и показывать, как ему нравится в новой квартире. Ведь это общежитие, в котором мы жили. Ну, тонкие стены, сирийцы громко разговаривали. Вот. Так что не очень были условия уж по сравнению со спокойной квартирой, где ты предоставлен сам себе. Никакой общежития. Это посудомоечная машина. Сегодня мы первый раз хотели ей воспользоваться, сняли все вот эти вот синие штучки, но пока что-то не получилось. Надо будет опять звонить нашим помощникам. А это наша спальня. Вот этот вот тренажер, который стоит, вы видите, нам подарила сирийская семья, которая жила в соседней комнате и буквально за неделю до нас переехала тоже в новую квартиру. Мебель или необходимая фурнитура какая-то тоже оплачивается Jobcenter. Если там купить, мы тоже там кое-что купили. Купили матрас, купили вот эти вот палки для штор, ну и так еще всякую мелочь.
Это киндер-цимер, но мы ее используем, можно так сказать, как кабинет. Поставили гладильную доску, стулья, компьютер. Пока она у нас так пустует. Даже эхо, когда разговариваешь. Изначально у нас в этой комнате не работало отопление. Мы сходили в Ломосгенусеншафт. Пришел мастер и быстренько починил нам. Так что теперь тут тоже комфортно и нормально. Кроме окон, подоконников и всей этой системы, все в квартире новое.